2012 год в США является знаковым в связи с президентскими выборами, а также выборами на федеральном и местном уровнях. Русская община Нью-Йорка довольно активно поддерживает разных политиков, которые проявили себя и доказали, что им не безразлична община, которая говорит по-русски. Накануне выборов в Ассамблею штата Нью-Йорк представители наиболее крупных бизнесов и общественные деятели русскоязычной общины выступили в прямом эфире русского радио 87.7 в поддержку действующего члена Ассамблеи Стивена Симбровица. Я очень хорошо понимаю русскоязычную общину, ведь я работаю с ней уже с 1976 года. Я и сам эмигрант, ребенок Холокоста. Моим первым языком был не английский, а идиш. Вот почему мне близка и понятна русскоязычная община. За время пребывания на посту Стивен Симбровиц участвовал в продвижении важных для русскоязычной общины законопроектов и заручился поддержкой ее лидеров. Я вот лично поддерживаю кандидатуру ассемблимена, ныне действующего ассемблимена Стивена Симбровица, потому что он проявил себя очень хорошо по отношению к этому всему округу и непосредственно к нашей общине. Я поддерживаю Стивен Симбровиц, потому что в самый тяжелый момент для нашей русской общины он помог решить много вопросов по медицинскому транспорту для пожилых, больных людей. Стивен – один из политиков, который обращает внимание на нас и на наши проблемы. Нам самое главное, чтобы этот человек любил нас, русских, и это самое важное. Впервые Стивен Симбровиц был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк в 2000 году. С тех пор он представляет 45-й округ Нью-Йорка. В случае Стивена Симбровица, опытный человек, который представляет свой округ, используя свой опыт на то, чтобы округ стал лучше, красивее, безопаснее. Я очень надеюсь, что жители округа, избиратели этого округа снова наймут его на работу. Ассамблея штата – это законодательный орган, который принимает законы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Выборы в него проходят каждые 2 года и насчитывают 150 членов от разных избирательных округов штата. 13 сентября состоятся выборы в Ассамблею штата Нью-Йорк. Продолжит ли Стивен Симбровиц представлять русскоязычную общину в Ассамблее штата Нью-Йорк, теперь зависит от нас. Юлия Райдлер, Александр Арбит, НТВ, Нью-Йорк.